Чувашские полицейские раскрыли дерзкое нападение на одну из фабрик по изготовлению дверей. В раскрытии этого преступления были задействованы профессионалы уголовного сыска. Задержание злоумышленников происходило с использованием полицейского спецназа. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Нападение на новочебоксарскую фабрику по изготовлению дверей произошло в начале мая. Действовали злоумышленники дерзко и уверенно. Двое злоумышленников, значит, разбив окно будки охранника, ворвались, значит, в данную будку, где, связав охранника женского пола 55-го года рождения, вот, скотчем поместили ее в туалет. После чего, используя различные предметы и круша все на своем пути, они проникли в служебные помещения, поломали оргтехнику, взломали банкомат. Позже добрались до кассы и похитили оттуда 140 тысяч рублей. Следует отметить, что эти деньги были оставлены на ночь на столе, хотя в помещении имелись сейфы. Оперативники отрабатывали различные версии произошедшего, но почерк преступников, их уверенность в поведении привели к определенным выводам. Учитывая то, что само предприятие, оно имеет большую территорию, и человеку, не бывавшему там, ориентироваться там тяжело, тяжело. Первоначально была версия, что один из хотя бы злоумышленников, он обязательно там или работает, или ранее работал. Поэтому, в принципе, эта версия у нас и как бы сработала. Подозрение в совершении данного преступления пало на двух молодых людей из Мариинско-Посадского района. Ранее они проходили службу в горячих точках и свои навыки решили применить на дежурившей в ту ночь женщине. Один из них неплохо ориентировался на предприятие, откуда уволился полгода назад. 26-летние сельчане нигде официально не работали, но в последнее время стали жить на широкую ногу. А деньги успели потратить? Да. На что в основном тратили? Купил сотовые телефоны, вот, на ребенка там дал денежку, остальное так по мелочам облетелось. Задерживали их бойцы спецназа. Свою вину одноклассники признали сразу. В отношении них возбуждено уголовное дело. Молодые люди находятся под стражей.